Новый день встречаем с программой «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, как всегда, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла. Ветер юго-западного направления скоростью до 10 метров в секунду с порывами до 18. И еще немного о погоде в выходные и на начало следующей рабочей недели. Суббота и воскресенье в Беларуси, как обещают синоптики, должны быть достаточно теплыми. Днем температура воздуха будет колебаться в среднем от 6 до 13 градусов выше нуля. А следующая рабочая неделя в стране начнется с еще более теплых температурных показателей. В понедельник днем воздух прогреется до 18 градусов в отдельных районах. После обеда во вторник прогнозируют такую же весеннюю погоду, так что будем надеяться на тепло. Но при этом не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются. Детей нашего региона приглашают к участию в конкурсе под названием «И пусть поколения помнят». Творческое мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс направлен не только на развитие творчества, но и на знание истории. При изображении поздравительной графической открытки приветствуются новизна, креативность и авторский подход к дизайну. Сначала победители будут определены на районном этапе, потом на областном. Для них подготовлены специальные призы. Окончательные итоги конкурса подведут к празднику Победы. В Гомеле в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет создана музейная экспозиция, посвященная истории органов пограничной службы. Ее разместят в средней школе номер 3 города Гомеля имени Пенискова. Экспозиция станет площадкой для патриотического воспитания подрастающего поколения. Она расскажет о героическом прошлом и созидательном настоящем органов пограничной службы Гомельщины и Беларуси. Вклад в создание музейной экспозиции может внести любой желающий. Экспонаты и материалы принимают в школе номер 3. Открытие запланировано ко Дню Победы. «Команда родного города» – это конкурс на лучшие детские рисунки, который проводится для юных гомельчан в дни школьных каникул. Он продлится до 7 апреля. Рисунки принимаются по месту учебы. По итогам творческого состязания будут определены 11 победителей. Их пригласят на встречу с игроками футбольного клуба «Гомель» для вручения памятных подарков. Картинная галерея Гавриила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции и скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать таланты. Далее об актуальных выставках. Посетители Дворца Румянцевых и Паскевичей могут познакомиться с выставочным проектом «Без срока давности». Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединит труд музеев разных стран. Вниманию гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. Говорят, что старые часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос смогут посетители выставки «Отмеряя времени ход». Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля – одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го – начале 20 века.
И еще одна выставка продолжает работать во дворце Румянцевых и Паскевичей. Автор экспозиции «Весна начинается сегодня» – живописец Олег Курашов. Он творит в жанре натюрморт с цветами. Встретиться с весной и искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие цветы, изображенные на полотнах гомельского художника. А тем временем картинная галерея Гавриила Ващенко запустила новый актуальный проект «Один на один с искусством». Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения выставок галереи на определенный час. А галерея обеспечит отсутствие других посетителей в здании в это время. Информация о том, где и как оставить заявку на индивидуальную экскурсию, можно найти на сайте галереи и в социальных сетях. К следующим новостям. Гомельский государственный технический университет имени Сухого начнет готовить специалистов по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам. Без них сейчас не обходится ни одна отрасль промышленности. Уже объявлен набор на ряд новых специальностей. Для слушателей предусмотрена дневная форма обучения. Срок 4 года. По предварительной информации, по каждой специальности будут набраны группы по 20 человек. На территории города Гомеля создано уже 5 имиджевых игровых площадок МЧС. Через игру они обучают юных горожан навыкам безопасного поведения. Еще одна такая площадка, оформленная в стиле МЧС, расположилась во дворе новостройки по улице братьев Лизюковых. Ее частью стал комплекс из скамейки в виде пожарного автомобиля, горки, шведской стенки и пожарной башни с тематическими надписями. В Гомельской области стартовала профилактическая акция «Мотоциклист». В течение всего мотосезона инспекторы ГАИ будут пресекать нарушения правил дорожного движения со стороны мотоциклистов. Для этого также задействуют мотопатрули. Цель акции – пропаганда безопасности дорожного движения при использовании мототранспорта. Сегодня состоится прямая телефонная линия с начальником отдела профессионального пенсионного страхования областного управления Фонда социальной защиты населения Еленой Исаковой. Задать вопрос об изменении подхода в определении права на досрочную профессиональную пенсию можно с 11 до 12 часов по номеру телефона в Гомеле 38 91 64. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш Инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20:25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19 часов 20 минут. Номер телефона прямого эфира 34-00-43. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Увидимся на следующей неделе.